освобожусь. Желаю всем здоровья, близким и родным. Данного преступления я не совершал. И все вернется на круги своя, своевременно. А лет через 5-6 вы уверены, что выйдете? Конечно. За хорошее поведение вас условно досрочно освободят? Ну, я положительный человек и порядочный. Почему меня держать в тюрьме? Головной убор – это какой-то знак? Никакого знака. Какого знака нет? Не хотим заболеть после. Вроде бы свободная. После улиц страна. Приехали с улицы, с мороза. И тут в тепло. Надо голову беречь. Еще 19 лет. В тайгу поедем. Так вот. Все ясно. С чувством юмора у вас тоже неплохо. Да, конечно, неплохо. Не унываем. Чего унывать-то сейчас, конечно. А молодой человек, вот вы не переживаете, что у вас головка просто нет? Да нет, у меня шапка есть. Александр Гусейнов, тот самый, кто выходил пописать, также высказывал недовольство. Получил вообще ни за что, я сижу вообще ни за что. Сейчас эти 8 лет мне придется гнить в этой тюрьме поганой. Всем привет, не забывайте, пишите. Я скоро вернусь. Все. Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. В натуре. Пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Тюрьма не место исправления, а школа новых преступлений. Ему 18 лет, дают ему 19 лет, то есть больше, чем он сам прожил. Я говорю, куда вообще так топят-то, куда? 22 запрашивают, 19 дают. А за что запрашивают? За разбойное нападение? Так это как так-то? Правосудие? Вообще, какое правосудие? Я не знаю, какое правосудие, как здесь можно вообще кому-то верить? Суд присяжных выносит, присяжные говорят, все виновны, снисхождения не будет. Ни один. Как так? Ни один. Все единодушно. Не думаешь, что ли, опаздывают? Все единодушно. Говорят, что вот, все виновны, вот трое виновны. Снисхождения никому не будет. Конечно. И уходят отсюда. А вы лярвы тупые. Так, а по поводу снисхождения, вы рассчитывали, из-за чего должно было быть снисхождение? Что, с чем связано снисхождение у вас, допустим? Снисхождение? Да. Да, сроки снисхождения. Да, ну... Снисхождение к людям, к малолетним. Им тоже вперли 10 и 8 лет. Куда? Полной уверенности, что Верховный суд Российской Федерации отменит несправедливый приговор, приятели покинули зал.